встречайте, Оксана Никифор. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Я не ожидал, вы миниатюрно выглядите для такого тяжелоатлетического занятия. Это стандарт? Просто вот я знаю, что в тяжелой атлетике есть разные весовые категории. В гиревом спорте тоже есть разные весовые категории, но конкретно направление жонглирования как раз развенчивает миф о том, что женщина, жонглирующая гири, должна быть большой, перекачанной и мощной. Какой вес гири, с которыми вы работаете? Я работаю с одной гири. Вес женский составляет 8 килограмм, мужской 16 килограмм. Вам аплодисменты, но... Ну хорошо. Может ли подготовленный спортсмен запомнить и повторить вслепую сложную схему жонглирования гирями? Проверим вместе с Оксаной Никифор. Прямо сейчас... На экране Оксана увидит сложную последовательность трюков с гирей. Ее задачей будет запомнить эту последовательность и повторить ее с завязанными глазами. Если вы готовы... Я готова. Внимание на экран. Каждая картинка около 3 секунд держится на экране. Но кажется, все. Я готова повторить. Тогда я прошу завязать глаза. Это очень здорово.